С наступлением зимы анапчане начинают использовать отопительные приборы. Далеко не все частные дома подключены к центральным котельным. Одни жители согревают жилье по старинке с помощью печи, другие – современными газовыми и электрокотлами. Но, как отметили специалисты Управления гражданской обороны, неправильная эксплуатация отопительного оборудования – это одна из распространенных причин пожара. А поэтому необходимо знать и соблюдать правила безопасности. Если стоит обязательное требование обследования газовых приборов и дымоходов, они должны быть выполнены в обязательном порядке. Не ждите, когда будут сильные ветра, снегопады, сильные ливни, где усугубится ситуация, и могут возникнуть ситуации, где есть высокий риск пожара. Там, где используется печное отопление, ни в коем случае не допускать сушки дров в том помещении, где находится обогревательный прибор. Что касается электроприборов, прежде чем включить электроприборы, а в этот момент и включаются и елки, и иллюминации, и так далее, нужно убедиться в сохранности и в состоянии той электропроводки, которая находится в помещении.